Здравствуйте, коллеги. Давайте начинать. Сегодня у нас 28 октября 2022 года. Традиционно в начале трансляции я проверяю качество звука и картинки. Ежели все в порядке, то возьмемся за дело. Звук есть, картинка присутствует, значит, действительно все в порядке. В таком случае за дело. Сегодня у нас седьмое занятие боевого курса 2022 года. До этого мы с вами изучили, что такое вертикальные спреды, потратили на это целую уйму времени, но это не просто так, и сегодня постараемся выяснить почему. Всем спасибо за то, что пришли вечером в пятницу, это, знаете ли, дорогого стоит. Но раз уж все так хорошо, рынок краткосрочно не предвещает никакого очередного копца, значит, возьмемся за дело. Делом будем заниматься часа, наверное, полтора. Хотелось бы уложиться. Если не получится, то прошу отнестись с пониманием. Напоминаю, как мы работаем с вопросами. Вопросы, которые у вас возникают, лучше писать в комментариях к этому видео после трансляции. Потому что тогда мы соберемся на вебинар с вопросами и разберем ваши вопросы достаточно подробно. Если вопросы какие-то короткие, то можно их писать в чат, и в конце трансляции я вам на них обязательно отвечу. Ну, в таком случае, за дело. Тема сегодняшнего занятия, ну и последующих нескольких занятий тоже. Опционные комбинации и особенности при выборе портфеля. В названии я написал опционные конструкции, потому что начинающие трейдеры думают, что так круче, и гуглят именно опционные конструкции. Это кликбейт, не что иное. В действительности я почему-то называю это опционными комбинациями. Поэтому так это и будет называться. Задел. Вертикальный спред. Мы с вами уже прошли. Опять он про спреды. Хотелось бы возразить, выгоните его из класса. Но нет, он не опять про спреды. Он немножечко о другом. Все дело в том, что я попросил вас на предыдущих занятиях обращать внимание на отчеты. Обращать внимание, а действительно ли торговля спредами, она какая-то цикличная, происходит в определенных условиях, чаще всего похожих друг на друга, и эта активность то есть, то ее нет. Как рыночные условия. То она возникает, то она исчезает. Надеюсь, вы обращали на это внимание при анализе отчетов. Если не обращали, то вы можете вернуться к предыдущему занятию, номер 6. И там в описании к шестому занятию есть ссылка с примерами, ровно потому, что мы проходили в шестом занятии. Это важно, это вам обязательно пригодится. Так и вот, если мы пойдем на следующую страницу моей презентации, она сегодня будет не очень длинная, но если мы туда пойдем, то увидим с вами анализ поведения вертикального спреда на колах, построенного по страйкам 89.92 на декабрьскую нефть марки WTI. И в этом анализе, это скриншот из QuickStrike, есть 5 важных кнопок. То есть сам анализ нас мало интересует, да и спред мы по большому-то счету уже разобрали. Нас интересуют вот эти характеристики. Вот эти характеристики. Все дело в том, что эти самые характеристики, они будут оказывать влияние при выборе опционного портфеля, в зависимости от того, какой сложилась рыночная ситуация. Напомню, когда мы разберем все портфели, как они называются, их особенности применения, мы перейдем к рыночным ситуациям. То есть, кроме того, что разберем портфели, перейдем к рыночным ситуациям уже через призму этих портфелей. Где и что лучше использовать? Так и вот, в анализе учитываются следующие факторы. Как может измениться цена? Цена может пойти наверх быстро, цена может пойти наверх медленно. Цена может остаться на месте, цена может пойти вниз, и цена может пойти вниз медленно.
В принципе, справедливо. Какие-то другие состояния рынка нам кажется неизвестным. Цена бывает, что растет быстро, бывает, что растет медленно. Хорошим примером может стать, к примеру, пущай будет докризисный рынок на примере индекса S&P 500. Вот там, пожалуйста. То есть вполне себе конкретное поведение. Это недельный график. Наверх, как правило, медленно, вниз, как правило, быстро. И это уже характеристики. Это даже не характеристики. Это уже закономерность, которая соблюдается. Дайте-ка я посмотрю. Ну, лет эдак, наверное, 100. То есть немало лет соблюдается эта закономерность. И только сейчас, как вы видите, за все это время огромное, эта закономерность стала меняться. Если посмотреть на современный рынок, то ровно ее, эту закономерность, нам и хотят отменить. Теперь одинаково быстро мы ходим как вверх, так и вниз. Теперь это примерно в 22-м году началось, да, наш любимый 22-й год. Отлично. Мы знаем, что теперь можно рассматривать с разных сторон. Чего тут показано? Что быстро пойдем, заработаем максимальную прибыль. Вот здесь вот, да, цена должна быть 96-99. На следующем слайде показано, что если медленно пойдем, будем идти долго, то зарабатывать будем тоже какую-то прибыль. Цена же идет в нашу сторону. И получим ее уже на 93. То есть при быстром движении спред быстро зарабатывать не может, потому что волатильность на проданном страйке растет так же, как и на купленном, и точка безубыточности от этого к нам не приближается. Ежели цена будет оставаться на месте, например, 9 дней, то спред наш теряет. То есть это его, ну, будем говорить, больная сторона. Например, сразу давайте возьмем какой-нибудь, например, далеко ходить не будем. Соевые бобы. Сейчас загрузится. Что-то TradingView решил сегодня затупить на какое-то время. Соевые бобы. В нашем случае можно брать контракт январь 23-го года. Ликвидный. Ну и, собственно, вот она. Боль, которая показана на слайде. Если цена не идет вверх быстро, не идет вниз, медленно, а торгуется так называемом флейте, что будет происходить с нашим вертикальным спредом? Правильно, он будет терять деньги. Соответственно, если мы на соевые бобы сейчас пойдем открывать спреды вертикальные, мы будем терять деньги. Это будет нелогично. И, соответственно, любые спреды, которые появляются вертикально сейчас на контракт соевые бобы, это нелогично. Это не рыночная история какая-то. Она не соответствует условиям. Это либо пройдохи какие-то, либо инсайдеры, либо и то, и другое. Торговать вне условий, что это такое. Где же это видно? Вниз пойдем медленно. Понятное дело, спред будет терять. Понятно, как он будет терять, если идем медленно. И понятно, как он будет терять, если идем быстро. То есть, где он потеряет, сколько он потеряет. 79 должна быть цена, чтобы он потерял 106 долларов. Вот примерно это показывает слайд. Но вот это все не важно. То, что мы говорим о спреде.
Это все понятно. Важны сами ситуации. И важно то, что разные опционные комбинации, то есть опционные портфели, можно адаптировать к этим самым различным ситуациям. То есть есть ситуации, где цена сейчас торгуется так же, как соевые бобы. Ну, соевые бобы и есть эта ситуация. Пшеница то же самое. Смотреть, стоят себе да стоят. И вообще ничего не предвещает каких-то движений. Можем предположить только, в какую сторону выйдет из диапазона. Но опять же, когда? Тоже неизвестно. А если не в ту сторону выйдет, что делать? Тоже непонятно. Надо разбираться. Нужны какие-то портфели, которые могут справиться с этой задачей. Есть не такие ситуации. Разные есть. Здесь перед вами на этом скриншоте название опционных портфелей. Сегодня мы справочно проговорим все эти портфели, а дальше будем в подробностях именно их разбирать. Каждый из них и куда его применить, в какой ситуации. Одну из ситуаций, знакомую, простую, понятную, разберем уже сегодня. Может быть, две. По порядочку давайте. Голый купленный опцион call. Ну, здесь все портфели купленные. Можно поменять на проданные, но мы не будем, потому что это то же самое. Прошли. Спред вертикальный. Прошли. Голый купленный опцион put. Прошли. Спред вертикальный. Прошли. Ох, сколько всего еще осталось. Relative spread. Это мы еще не проходили. Spread, в котором опционы покупаются в каком-то соотношении. Поэтому relative. Здесь написано 1 к 2, но соотношение может быть также и 1 к 3, 1 к 4, 1 к 5, 2 к 6, 7 к 8, 9 к 15, любое. Бабочка может быть построена на колах, может быть построена на путах. Кондор. Вычеркиваю. Кондор может быть построен на колах, может быть построен на путах. Стрип или стьюпид опцион. Не будем даже разбирать. Сразу так. Потом, как вспомогательную информацию. То есть, это серия купленных страйков. Ни больше, ни меньше. Рассчитывают в таких портфелях на рост волатильности в каком-то одном направлении. Поэтому покупают все. В расшифровках вы будете встречать стрип или стюпид. Одно и то же. Ледер. Лесенка. То же самое, что ratio spread. То же самое, что ratio spread. Но в ratio spread участвует один страйк. Допустим, мы один страйк покупаем, другого продаем два. Вот у нас получается вот такое ratio. В лесенке участвует, к примеру, три страйка. 1-1. Здесь минус 1, здесь минус 1, а здесь, соответственно, плюс 1. Это стратегия по продаже волатильности. Имеет открытые риски, с ними надо учиться управляться. Но, скажем так, у этих стратегий, кроме открытого риска, который должен вас сейчас напугать просто катастрофически, кроме открытого риска, есть особенности. Эти особенности можно использовать. Сегодня вы поймете, почему. И поймете, почему все началось со спреда, что в действительности в последовательности наших лекций присутствует логика, до которой мы сегодня доберемся. И тогда станет понятно, что портфели, которые на первый взгляд могут показаться, что ну и вот так делать это плохо, на самом деле они не так уж и плохи. Чайка на путах, на колах может быть собрана. Что такое чайка? Чайка — это портфель, в котором вертикальный спред, например, вертикальный спред удешевляется, то есть вот эта его стоимость уменьшается за счет продажи какого-то встречного опциона. Ну, строим, например, спред на колах, продаем какой-то пут. Где-нибудь вот здесь, скорее всего, продали, у нас портфель уменьшился в стоимости. Если уменьшилась стоимость, должна возрасти лотность. Но не в случае чайки, потому что в случае чайки у вас гарантийное обеспечение будет выше, чем
чем для вертикального спреда самого по себе. И появится открытый риск. Здесь именно уменьшение стоимости. Основной смысл в этом. Плотность увеличить за этого не получится, брокер не даст. Так, проговорили. Это все будем разбирать подробно. GATS. GATS Straddle или GATS Options. Это портфели, построенные на опционах, которые находятся уже в деньгах. Уже в деньгах. В данном случае приведен в пример приведен портфель Strangle. Strangle – это покупка двух опционов с одним сроком истечения, но на разных страйках. Допустим, сырая нефть марки WTI, страйк 80, страйк 90. И тот куплен. 80 куплен на путах, 90 куплен на колах. Вот такой риск-профиль он имеет. Мы имеем стоимость этого портфеля какую-то ограниченную. Будем разбирать. Имеем страйки, за пределами которых портфель начинает зарабатывать неограниченную кучу денег. В действительности все не совсем так. Strangle, понятно. Так вот, GATS это то же самое, только мы put и call меняем местами. То есть берем call в деньгах и put в деньгах. Риск профиль будет выглядеть точно таким же образом, как ежели мы просто откроем Strangle. Зачем? В таком случае использовать GATS Options. Все дело в том, что иногда в рынке возникают ситуации, в которых у держателей различных портфелей опционы заходят в деньги, и им нужно закрыться. Опционы, которые заходят в деньги, так это изобразим. Вот у нас цена текущая, здесь путы. Вне денег здесь колы, вне денег здесь путы в деньгах, здесь колы в деньгах. Стало быть, наверх туда, вниз туда. Все наоборот. Ну, так выглядит доска. Пример. Цена ходила вот таким образом. Штринг, 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 пошла и ушла наверх. Стало быть, какие-то колы оказались в деньгах. Допустим, страйк номер один, страйк номер два. Вот они оказались в деньгах. Если мы возьмем колл-опционы, то выяснится, что вся активность в колл-опционах в основном происходит на центральном страйке и выше его. Опцион, в котором уже есть внутренняя стоимость, не востребован так часто, как другие страйки. То есть активности большинства трейдеров мы там не видим. Крупные спекулянты там присутствуют, они открывают там консервативные спреды и зарабатывают свою доходность. Затем, если что-то идет не так, они перекрывают риски, или они у них уже перекрыты. Ну, в целом, смысл понятен. Торговцев там мало. Поэтому, если вы купили такой опцион, который зашел в деньги, то есть вы купили опцион, и он зашел в деньги, вы столкнетесь с ситуацией, что вы приходите в стакан, вот он стакан, продать свой опцион, а там никого нет. Стоит полторы заявки, здесь одна штука, здесь одна штука, между ними разница какая-то, спред. И все, и никого нет. Вы выставляете свою заявку на продажу, ниже той, которая там уже стоит. И никто у вас не покупает этот опцион, потому что он никому не нужен. Никто не хочет покупать ваш опцион, хоть он в деньгах, да, вы вроде видите прибыль, никто не хочет его покупать. А если у вас их 1000, задача будет усложнена в несколько раз. Потому что ладно, хорошо, там чуть-чуть вы подвинетесь, найдутся какие-то роботы, которые здесь у вас купят, но сколько их там найдется? 100 контрактов? А дальше что будете делать? И тут вам на помощь придут арбитражеры. Арбитражеры с удовольствием купят ваш опцион с каким-то дисконтом, за счет этого они соберут GATS Strangle и просто откроют ему встречный. И все. И, соответственно, на этом случится их арбитраж. Они заберут ваш дисконт, сформируют купленный стрэнгл, вот такой вот GATS, а ему навстречу продадут такой же, но прямого создания. Все понятно, вычеркиваем. Стрэдл сегодня будем проходить прямо сейчас. Это портфель, в котором на центральном страйке одновременно покупают колл-опцион и пут-опцион. В расчете на то, что цена будет двигаться.
То есть замысел этого портфеля в том, что вырастет волатильность или изменится цена. Или вырастет волатильность, или изменится цена, или сильно изменится волатильность и цена. Все то и другое. Тоже возможно. Зарабатывает портфель на движении в любую сторону, как вверх, так и вниз, но его точки безубыточности, они, как правило, не находятся близко. Это дело такое, прямо-таки осознанный выбор должен быть, если вы покупаете тредл. Должны быть какие-то обстоятельства на рынке, которые скажут вам о том, что цена действительно пойдет. Вверх пойдет, вниз пойдет, не знаете вы куда, но пойдет. И пойти она должна как минимум на величину большую, чем стоимость этого самого стрэдла. Понятно. В действительности мы все будем подробно. Сейчас просто справочник. Синтетик вы уже знаете, это синтетический фьючерс. Conversion Reversal. Коробочка. Арбитражная стратегия. Вычеркиваем. Арбитражом заниматься не будем. Железный кондор. Портфель, в котором ожидается выход из какого-то диапазона выбранного. Будем проходить отдельно и подробно. Также железная бабочка. И портфель, который будем проходить сегодня, но не полностью. Он нам еще пригодится несколько раз на следующих лекциях. Ну, то есть, область его применения бывает различной. Риск реверсал. Принцип построения этого портфеля заключается... А давайте посмотрим, в чем он заключается сразу вот здесь. Это важно, потому что раньше я вам вставлял справочную презентацию в... Ой, справочную информацию внутрь презентации. Сейчас мы просто ее сразу посмотрим в QuickStrike, потому что он ее содержит, эту информацию. Отдельных слайдов для этого я не делал. Зайдем в QuickStrike, здесь есть кнопочка Help. Заходим в эту самую кнопочку Help. И здесь есть Trade Examples. Я должен вам напомнить, что когда мы проходили вертикальные спреды, там присутствовал у нас как раз слайд, в котором мы с вами обратили внимание, что информация по вертикальному спреду, ну, как и по всем остальным портфелям, на самом деле, она, ну, довольно-таки сухая. И мало о чем она говорит с точки зрения того, как же действительно его нужно применять. Риск реверсу, будучи портфелем исключительно полезным, конечно же, не обошла та же самая участь. Если мы с вами возьмем, к примеру, литературу по торговле опционами, то выяснится, что в куче знаменитых книг, в процентах 89 этих книг, информацию про риск реверсал нет вообще. Вообще нету. Не говорят об этом. Его не существует. Ну, то есть, мало где это рассматривается. Если вы возьметесь гуглить, то есть пойдете в Google и напишите там риск реверсал, то вы не узнаете, как им торговать. Вообще ничего о нем не узнаете. Самое максимальное, что вам удастся нагуглить про риск реверсал, это только то, как его создать. Куда его применять, как его применять, зачем его применять, есть ли ранжирование у этого портфеля и что вообще делать, конечно же, вы не найдете. Поэтому как здорово, что мы сегодня собрались обсудить эту тему. Ну, давайте по порядку. Есть последовательность, которую я хотел бы все-таки соблюдать. И мы будем двигаться в рамках этой последовательности. Стрэдл. С него начнем. Как я уже говорил, стрэдл – это портфель, в котором покупают опционы на центральном страйке. Одновременно покупают колл-опцион и пут-опцион. Дальше участник рынка ждет, что цена куда-то направится. Основной недостаток этого портфеля, его слабая сторона, заключается в том, что если цена никуда не направится, то есть у нас сформируется тот самый флэт, если цена никуда не направится, мы будем терять деньги. День за днем. Здесь написано, как именно.
Давайте мы повыключаем все. Пунктирная линия – это то, что будет происходить с нашим портфелем сегодня. То есть пошли вниз – зарабатываем, пошли вверх – зарабатываем. Прибавим один день, завтра мы уже в минусе. У нас уже будет минус, мы будем где-то там минус сколько-то копеек, минус 7 копеек. Для того, чтобы из этого минуса выйти, цена должна будет измениться. Она должна будет уйти на 73.07, а сейчас она 73.43 показывает. Это у нас кто вообще? Канадский доллар. Наверх 73.93. Это уже на завтрашний день. Пройдет 3 дня. Ноябрь. Пройдет 3 дня. И для того, чтобы выйти из минуса, портфель просядет еще больше. Будет уже в районе 20 центов, да, 22. Чтобы выйти из минуса, надо будет уйти аж 74.18 или 72.82. Пройдет 5 дней, еще больше просядет портфель, ну и так далее. Чем дольше цена не идет, тем сильнее портфель теряет. Это его основной недостаток. Поэтому открытие стрэдла, ну, казалось бы, можно ли мечтать о большем? Встал в обе стороны, дожди, когда цена куда-нибудь уйдет. Но в действительности все не так. Это должно быть обдуманное решение, взвешенное. И нужно учитывать факторы. Потенциал хода цены и стоимость этого самого стрэдла. Стоимость стрэдла напрямую зависит от ожидаемой волатильности. Если ожидаемая волатильность высокая, новости какие-то вышли или стали ожидаемыми, вот-вот выйдут, что-то произошло там на рынке энергоносителей, мы торгуем нефть, или на агрокультурах, а мы их торгуем, с рублем, например, что-то случилось, а мы его торгуем, всегда надо учитывать волатильность. От этого зависит потенциал, заработаем мы деньги в купленном стрэдле или нет. Покупать стрэдл можно, только если волатильность средняя или ниже. Средняя или ниже. Оценивать это можно по очень простому фактору. И сейчас я вам его покажу. Как правило, адекватная стоимость стрэдла она учитывается рынком. Точнее, рынок опционов учитывает ту картину, с которой мы имеем дело на рынке в настоящий момент. Я подготовил для вас кое-какой пример. Возможно, я вам о нем уже рассказывал несколько десятков раз, но обойтись без него никак нельзя. Ну нам не понадобится больше презентация, у меня здесь есть график. Перед нами швейцарский франк. Это обратная котировка, потому что это спот. На фьючерсе истории меньше. Здесь много историй, здесь история аж с 16 мая 2022 года. Я не просто так взял именно швейцарский франк, потому что на нем этих примеров больше всего. Все дело в том, что у каждого инструмента есть характер. И вы должны с ним познакомиться, если собираетесь торговать что угодно. Вы должны знать особенности инструмента. Как он ведет себя на уровнях. Быстро уходит или медленно с ним? Как на нем проходят тренды? Насколько они большие? Как часто случаются? Что на видимых уровнях? Как долго он на них стоит? Часто ли он их достигает? Так вот, франк – это инструмент, который обожает ходить в боковиках. Просто невероятно это любит. И, в принципе, это хорошо видно. То есть, постоянно есть какие-то видимые уровни, в которых ходит швейцарский франк. Постоянно. Любой кризис быстро проходит, и он опять входит этажами, уровень и так далее. В данном случае мы с вами наблюдаем историю с мая этого года. Японская иена с мая этого года потеряла, уже и считать перестали, сколько потеряла. Евро потеряла, уже и считать перестали, сколько потеряла. Фунт потерял, уже обратно успел набрать. Австралийские, канадские доллары, все, в общем, одно и то же, а швейцарский франк ходит себе и ходит.
реагируя при этом на видимые, подчеркиваю, видимые уровни. Что такое видимый уровень? Это то, что в классическом теханализе называется уровнем поддержки или сопротивления. То есть это та переломная точка на графике, которую видят остальные участники, так же, как и вы. Видят все. Уровень, который видят все. Вот эти прямоугольники, которые я здесь нанес, в них учтена средняя стоимость стрэдла на этот инструмент. Средняя стоимость. Это в районе 2 с небольшим тысяч. Или с меньшим. 1800, по-моему. Да, 1800 здесь пунктов. Это средняя стоимость стрэдла на швейцарский франк за все это время. С какой закономерностью мы здесь имеем дело? Любой человек скажет вам, что на видимом уровне случается отскок или пробой. Отскок или пробой. Но не случается, как мы это разбирали раньше, того, что цена здесь осталась. То есть вот эта вот больная точка стрэдла, что цена осталась на месте, здесь не происходит. Не будет такого, что мы пришли на видимый уровень и остались. В этой связи, этот пример сегодня важен, мы с вами видим, что ежели бы мы вот здесь купили стрэдл, то заработали бы на снижение цены уже через три дня. Вот здесь мы бы заработали на росте цены уже через 11 дней. Вот здесь мы бы заработали на падении уже через 1 день 8 часов. Вот здесь пришлось бы подождать подольше 12 дней. Вот здесь точка безубыточности была достигнута 5 дней. Потом цена еще раз пошла туда, наверх, выходить из тренда. Здесь 8 дней. Здесь, ну вот, только что закончили 14 дней 12 часов. Получается, что все стрэдлы, которые можно было купить на видимых уровнях в швейцарском франке, на языке опционных трейдеров, все эти стрэдлы зашли в деньги. Осталось выяснить, что нам это дает. Ну, зашли они в деньги. Давайте будем выяснять. Для того, чтобы выяснить, что нам это дает, нам необходимо построить стрэдл. Сейчас мы с вами переходим на сайт Option.ru, а давайте мы перейдем на сайт Option.ru. Вот он. На сайте Option.ru нажимаем кнопку «Сервисы. Анализ опционов». Открывается опционный аналитик. В нем можно построить опционные портфели на опционы срочного рынка Московской биржи, то есть на нашем рынке. Я сейчас открою заготовки, которые подготовил к этому занятию. Вот они. Но они нам пока не понадобятся, потому что мы будем строить стрэдл. Стрэдл мы будем строить на контракт доллар-рубль. Чтобы быстро ориентироваться, мы добавим в позицию фьючерс 61737. То есть сейчас цена где-то там, 61737. Самые ближайшие страйки 61.50 и 62 к этой цене. Давайте путем общего голосования, которого проводить мы не будем, выберем 61.50. 61.50. Вот он. Строим стрейдл. Покупаем кол опцион. Покупаем пут опцион на этом страйке. Видим, что стоимость опциона 2376 пунктов кол и 2136 пунктов пут. Честно сказать, дороговато нам предложили стрэдл, но ладно. Теперь давайте озадачимся характеристиками этого портфеля. То есть первое, что мы получили, это преимущество. У нас нет необходимости осуществлять какой-то выбор, куда же пойдет цена, вверх она пойдет или вниз. Нам достаточно найти то, что называется графической неотвратимостью. Есть на рынке ситуации, случаи, в
которых цена не стоит на месте. Ну вот, что ты не делай, не будет она стоять на месте, и все. Хоть ты тресни, на месте стоять не будет. Будет куда-то идти. Отказываемся выбирать куда. Ну, мы сейчас говорим, например, вот о таких ситуациях. Все, что мы здесь видим, везде страйдл зашел в деньги. Везде. Нам это и надо. Потому что собери мы его где-то в другом месте, например, вот здесь. Вот здесь, например. То у нас бы он не зашел никуда. Мы бы остались с носом. Или вот здесь где-то там мы могли бы остаться с носом и так далее. Поэтому важно, что графическая неотвратимость присутствует. Полный список графических неотвратимостей мы сможем изучить, когда разберем все опционные комбинации. Наш максимальный риск, он вообще не маленький. Вообще не маленький. Получая такое преимущество, что не надо выбирать, куда пойдет цена, мы платим довольно дорого. Стоимость этого портфеля 4456 пункта. То есть при торговле одним контрактом это 4456 рублей. Это от стоимости всего фьючерса процентов, наверное, 8. Да? Где-то так. Это прилично. Не шутка. Не шутка. Волатильность высокая сейчас. Выбрали мы какой-то декабрь 22-го. Давайте чуть поближе. Давайте 17 ноября выберем. Дорого. Давайте 17 ноября. Вот кол. О, нормально. Ежели мы торгуем такую историю, как уровень видимый, то, как правило, хватает 20 дней. Больше уже дорого, рынок столько не пройдет. Меньше, может, не успеет. 20 дней – это золотая серединка. В данном случае мы имеем, ну, как раз примерно 20 дней. Примерно 17 ноября. О, другое дело. Посмотрели, 2500. 2500 – совсем другое дело. На что это влияет, вот эти самые 2500? Во-первых, мы дорого платим. 2500 за один такой портфель. Во-вторых, для того, чтобы мы распрощались с рисками и достигли точки безубыточности портфеля, цена должна пройти 2500 пунктов. Много это или мало? 2650. Чтобы это понять, надо открыть график. 2650. Ходим мы вообще столько или нет? Взяли такие, построили прямоугольничек. Давайте сделаем ему 20 дней. 12 по 32 выходит октября. Раз уж нет 32 октября, сделаем по 1 декабря. В координатах у нас 61 700 наверху. Нам надо отнять 2 600. 61 720 возьмем. Минус 2 600. Получим 59 120. Вот так вот. То есть вот за это время цена должна сходить вот настолько. Вверх или вниз, неважно. Ходит или не ходит, так рубль вообще-то у нас. Судя по всему, ходит. Бывало и побольше. Судя по всему, ходит. Нормально. Поэтому можем разбирать дальше. Важный момент. Если вы купите себе книгу по торговле опционами, любую, которая есть на эту тему, любую, то вам в этих книгах расскажут, что стрэдл надо не покупать, а продавать. Если цена выходит за пределы стрэдла, надо продавать еще один, ну, в два раза больше, а предыдущий закрываем. Но в лучшем случае вам могут рассказать про рехеджирование прибыли. Рехеджирование. Это в лучшем случае и то косвенно. То есть того, как именно управлять спредом, стредлом в действительности, вам не расскажут в литературе. Там этого нет. Нету и все. Ну вот, нету. Извините. Поэтому придется подключать логику
Сегодня мы разберем, как это управляется, и я вам покажу на примерах, случившихся уже на реальном рынке, как действительно ли это так, появляются ли они, и что потом происходит после того, как они появляются. Вернемся наш график. Покупая сейчас Straddle, мы ориентируемся на то, что цена пройдет куда-то вверх-вниз. В книгах написано, что если мы Straddle покупаем, там все-таки об этом написано, то мы ориентируемся, что цена будет расти, и мы будем зарабатывать на ее росте или падении. Цена будет идти. Вот на этом мы будем зарабатывать. Вот на этом движении. Так вот, сразу вам говорю, это не так. Покупая Straddle, не дождемся мы настолько больших движений. Вот это очень много. Это, ну, это прям огромное расстояние для любого инструмента, потому что формула расчета стоимости опционов так построена, чтобы превысить Straddle в два раза было практически невозможно рынку. Практически невозможно. То есть даже заработать соотношение 1 к 1, то есть с риском 2500, заработать еще 2500 на снижение, это нереально в этих сроках. Нереально, не пройдет. Ни один инструмент, чаще всего этого не происходит. Исключительные моменты есть, но предсказуемости в них никакой нет. Поэтому Straddle покупается для того, чтобы в дальнейшем превратить его в знакомый уже вам спред. Именно поэтому мы начали со спреда, потому что так или иначе мы сегодня на него будем выходить, на этот самый спред. И вот это как раз будет очень интересно. Именно поэтому мы сегодня вместе со Straddle, как ни странно, будем разбирать риск реверсал. Это тоже неспроста. Допустим, цена пошла вниз, достигает точки безубыточности, то есть вот этой, где у нас 0. 58 749. Мы покупаем в этой точке фьючерс по цене 58 749, резь, и строим график. Что происходит, когда мы это делаем? Вот эта самая нога, которая у нас росла налево, которая зарабатывала нам деньги на снижение рынка, мы ее закрыли купленным фьючерсом. То есть купленный фьючерс здесь генерирует убыток, пут, который зашел в деньги, здесь генерирует прибыль. Он нагенерировал уже вот столько прибыли, то есть свою стоимость он нагенерировал сверху к тому, что мы купили. Стоимость колл-опциона он нагенерировал, уже ноль достигнут. И мы такие, хрясь, закрываем этот процесс и получаем при дальнейшем движении вниз нулевой результат. Почему? Потому что рынок чаще всего двигается, ну, все ж таки волнообразно. Без откатных рынков, таких как сейчас на японской иене, мы, как правило, видим один за весь год. Все остальное ходит волнообразно. То есть каждый год какой-то из инструментов шпарит безоткатно. Один из всех. Все остальные торгуются волнообразно. В этом году японская иена. В следующем году что-то другое. Поглядим. Пока не ясно. Но смысл такой. Да? Потому что бесконечного движения не будет. Движение волнообразно. Мы собрали Straddle, ну, к примеру, вот в этой точке. Цена двигается, двигается, доходит до ТБУ. Мы покупаем фьючерсы. Рассчитываем, что ну не прямо здесь, а где-то развернется и пойдет наверх. И мы будем зарабатывать уже на росте. Обратите внимание, у нас с вами имеется кол. Кол. Это синтетический кол-опцион. Получился на выходе. Судя из форм... Исходя из формулы синтетики. Потому что купленный пут-опцион плюс купленный фьючерс формируют кол. Ну и еще у нас есть кол отдельный в портфель. То есть у нас по-хорошему это два кол-опциона получилось. Один из них синтетический, один из них мы купили там наверху. Зарабатываем теперь на росте. У нас есть ноль при падении цены. Но этот самый ноль неправильно называть нулем. Правильно его называть бесплатное покрытие. Вот как его правильно называть. Это бесплатное покрытие для продажи опционов. Мы с вами можем после этого продавать опционы выше купленного нами страйка. Страйк у нас с вами купленный 61.50. То есть мы можем взять опционы на страйке любом выше, пускай будет
62, 63, 64, ну и так далее, любой, и продавать. Если мы сейчас продадим в аналитике какой-то из этих страйков, наш расчет окажется неверным. Почему? Потому что цена должна быть внизу, и стоимость этих опционов будет отражаться некорректно. Поэтому мы сейчас с вами возьмем и смоделируем ситуацию. По-другому чуть-чуть. Возьмем опять ноябрьскую серию. Возьмем опять. Возьмем какой-нибудь страйк, который на 2600 пунктов выше текущего центрального. Сейчас центральный 61, ну, грубо 62. Да? Вот давайте возьмем 62 плюс 2600. 64,60. Ну, ладно, 64,50. И просто покупаем страйк 64,50 по подставным ценам. Вот эти цены просто впишем. Берем call, берем put. Понятное дело, что они сейчас так не стоят, но мы моделируем, как будто бы мы купили там когда-то давно стрэдл, и цена упала. Стало быть, купили мы call по цене 1452, а put цене 1212. Ну вот пускай так и будет. Строим этот портфель. Вот он у нас сместился, мы в точке безубыточности, то есть он только-только он зашел деньги, пришло время действовать. Мы такие хрясь покупаем фьючерс, сразу недостаток. Ежели мы торгуем, кроме всего прочего, фьючерсом, ну то есть кроме торговли опционами, мы время от времени на уровнях покупаем, продаем фьючерсы. Сразу недостаток. Мы заблокировали себе один фьючерс. Потому что если захотим где-то вдруг продавать, вот этот закроется. Вот этот. А его закрывать нельзя. Потому что, как я уже выше сказал, это у нас не нулевой кол. Это у нас бесплатное покрытие. Покрытие для продажи опционов. Хорошо. Теперь мы можем продавать опционы выше купленного нами страйка 64.50, любой. Возьмем, к примеру, 65-й страйк. 65-й страйк. Кол опционы 17 ноября. И продаем. Сколько продаем? 2. А фьючерс покупали 1. Почему? Потому что один из проданных опционов у нас покрывается купленным фьючерсом, то есть риски его перекрываются купленным фьючерсом. Второй из купленных опционов покупается колом, который находится ниже. То есть, грубо говоря, по страйкам 64, 50, 65 у нас вертикальный спред. Вот там. Риски его закрыты. А здесь синтетический кол и проданный опцион. То есть еще один вертикальный спред. У нас два вертикальных спреда, которые в итоге превращаются вот в такую картину на графике прибыли и убытков. И здесь мы должны найти недостаток сразу, исходя из того примера, который у нас есть. А из этого недостатка мы пойдем к следующему портфелю. Попробуем вылечить два недостатка уже обнаруженных. Тем самым совершим первое знакомство с новым для вас портфелем, возможно. Какие недостатки? Если цена и дальше падает, мы получаем минимальную прибыль портфеля. То есть вот этот вот безубыток. Изначально рисковали 2600. Безубыточность 930. Идем на наш пример. И получается, что вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Ну и все. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Из семи возможных стрэдлов, четырех, будем получать безубыточность. Что это значит? Возвращаемся к нашему графику. На нашем графике задумано следующее. Цены упали, мы в стрэдле купили, цены поднялись обратно. И мы вышли на максимальную прибыль. Вот что задумано в нашем графике. Но глядя на реальный график,
мы видим, что 4 из 7 цены просто падают или просто растут. И вот этот второй сценарий, вот этот сценарий второй, с максимальной прибылью, он часто не происходит. Мало того, что он часто не происходит, мы имеем безубыточность на выходе, и эта безубыточность не превышает изначальных рисков. Да, портфель повсюду прибыльный. И слева, и справа. Он прибыльный везде, куда бы цена ни пошла. Но 4 из 7 минимальная прибыль, кому такое понравится? Никому. Важный момент. У нас все равно получился вертикальный спред. Мы до этого столько занятий уделили вертикальным спредам. Только мы перешли к стредлу, и у нас опять получился вертикальный спред. Да что ты будешь делать-то? Но безубыточный. Теперь мы просто ждем экспирации и получим какую-то прибыль. Максимальную или минимальную. Минусы. Во-первых, довольно часто мы просто остаемся с безубыточностью. И она не всегда привлекательна. Из-за этой не всегда привлекательной безубыточности мы морозим целый фьючерс. Его нельзя продавать. Торговать надо как-то мимо него. То есть покупаем какой-то другой фьючерс. Если надо продать, то уже... Думайте, как это обойти. Для этого у вас есть формула синтетики. Это минусы. Теперь мы уходим от стредла. Со стредлом понятно. Если понятно последовательность управления портфелем стредла, можете поставить плюсик в чате. Будет полезно. Если непонятно, надо будет перемотать и посмотреть. То есть последовательность простая. Покупаем стредл там, где есть неотвратимость хода цены. Дожидаемся точки безубыточности или сверху, или снизу. Открываем встречную позицию. Фьючерс сейчас слово исключаем. Встречную позицию открываем. Затем получаем синтетику безубыточную. Она является бесплатным покрытием для продажи опционов. Ну и, соответственно, их продаем. Все. Несложно. Плюсики вижу. Это значит, что вы меня слушаете. Теперь дальше пойдемте. Риск реверса. Вернемся еще раз сюда. Риск реверсал. Почему он? Почему сегодня мы проходим его? Почему мы его сегодня проходим? Сейчас мы должны понять, в чем смысл этого портфеля. Этот портфель, обратите внимание, по временной стоимости. Сейчас мы его хрясь вжух. Вот так вот сделаем. Это уберем. По временной стоимости ведет себя как купленный фьючерс. Вот. Он ведет себя как купленный фьючерс. Если цена куда-то идет. Если цена куда-то не идет между страйками А и Б, портфель начинает превращаться в нейтральный. Видите? Генерировать прибыли и убытки он начинает медленнее. Сверху, так и снизу. Видите? Медленнее. И сверху, так и снизу. Как его строят? В зависимости от направленности. То есть, если мы хотим направленный вверх, то мы покупаем колл на страйке Б и продаем пут на страйке А. Цена у нас в серединке. Цена у нас в серединке. Это главный подвох. Все остальные портфели, которые мы дальше будем рассматривать, кроме стредла, это главный подвох всей мировой литературы. Всех методичек, всех курсов, вообще всего. То есть, если вы видите информацию, которая не имеет практического применения, то обычно от этой догмы не отходят. То есть, если бабочка, то она у них вокруг центрального страйка построена. Кондор также симметрично всегда. Хотя это вообще не требование. Это вообще не обязательное правило. Оно прекрасно нарушается, и это влияет на функциональность портфеля. Также и здесь. Заведомо нам рисуют симметричное построение портфеля Risk Reversal, что мы якобы покупаем и продаем call и put на каком-то равном расстоянии. Так вот, это не обязательно правило так делать. Более того, это не то, что не правило, это функция настройки портфеля. Потому что портфель Risk Reversal, так же как и портфель вертикальный спред, имеет ранжирование. То есть его можно ранжировать по степени агрессивности. И сейчас мы с вами это сделаем.
Итак, еще раз прочитаем. Заключается в покупке страйка Б и продаже страйка А. Стало быть, зарабатываем здесь на том, что дорожает страйк Б. Теряем, если дорожает страйк А. Риски надо как-то закрывать. Ну, самый простой способ хеджирования. Самый простой способ хеджирования. Вот давайте теперь разбираться. Какое ранжирование мы с вами уже знаем. То же самое, что у вертикальных спредов. Консервативный, агрессивный и чрезвычайно агрессивный. Вот здесь я построил для вас несколько портфелей риск реверсал. Заранее построил несколько портфелей риск реверсал. Сейчас мы будем оценивать их, сравнивать и управлять ими. О чем у нас там 61700 сейчас рубль стоит? Разница в чем? Вместо того, чтобы взять 61700, как там, где у нас стрэдл был? Вот у нас был стрэдл. Вместо того, чтобы взять 61700, ну, грубо, 62, и отложить от него равное расстояние в обе стороны, мы с вами будем пробовать откладывать неравное расстояние. Ну, разное, точнее. И равное, и неравное. Задача ваша понять, на что это влияет, и как это в дальнейшем применить. 60-64, как вы понимаете, равное расстояние отложено от 62-го страйка. Берем его, строим. Вот он, риск реверсал на пару доллар-рубль. По временной стоимости мы зарабатываем на росте цены сразу практически. Да? На момент экспирации мы зарабатываем на росте цены выше 64-го купленного страйка. Можно ближе взять 63-й и 60 какой там. Здесь у меня 60-й, ну 61-й. Можно на 50 копеек вообще отступить от цены. И здесь вы должны понимать, что в портфеле риск реверсал это важно. Страйки, которые мы используем, это ваши настройки, это ваши регулировки. Они не выбираются просто так, на основе какой-то догмы, где-то подложены, и потом все так делают. Нет, это ваши настройки. Вы имеете право на них влиять. Вам не обязательно соблюдать симметрию, как в этом портфеле. Вы можете взять проданный страйк вот здесь, а купленный вот здесь. Можете вообще продать центральный, а купить следующий. Можете наоборот, купить ближайший, продать дальний. Там, подальше. И так далее. То есть это регулировки. Они регулируются от степени вашей задачи. Впоследствии мы разберемся, какая у нас задача и как это регулировать. Но вот это классика, которая, если где-то и есть, ну, считайте, нигде нет практически информации об этом. Но если есть, то вот такая, знаешь, симметричная штуковина. Как вы видите, если цена не выйдет за пределы страйка 59 и 63, у нас будет 0. Если пройдет время, то наш портфель начнет приобретать нейтральность. То есть рынок нам будет давать время на то, чтобы мы не торопились с принятием решения. То есть вот так вот она начнет себя вести, временная стоимость. И в диапазоне каком-то, спустя какое-то время, с течением времени, у нас портфель не будет ни терять, ни зарабатывать. А цена будет ходить. Как вы понимаете, соевые бобы я вам показывал не просто так. Потому что соевые бобы в январе, они стоят в нешироком диапазоне. Гораздо более узком, чем стояли до этого. Вот оно. Видите? Теперь смотрите. Экономика. Чудо. В какой-то момент, 5 октября, на соевые бобы декабрьский опцион. Появляется портфель. Риск реверсал. То, что мы сейчас с вами разбираем. То есть
Покупается страйк 1300, продается страйк 1450. До этого момента, обратите внимание, широкий диапазон. Как только он тут встал, ему включили узкий диапазон. То есть у этого товарища все складывается прекраснейшим образом. Каким образом он угадал, что диапазон из широкого перейдет в узкий, мы, конечно же, не знаем. Но портфель его, это тот немногий портфель, который не теряет, если цена стоит на месте. То есть мы купили опционы, один купили, один продали. И он не теряет, если цена стоит на месте. Более того, он зарабатывает, видите, у него отрицательная цена. Отрицательная цена о чем говорит? О том, что у него стоимость на момент экспирации находится выше нуля. Ну, как у меня вот здесь, а? 104. То есть цена стоит на месте. У нас вот эта вот история поднимается на нулю. Мы даже видим какую-то прибыль. Более того, чувствуем себя нейтрально в этом положении. Можно ли мечтать о большем, я даже не знаю. Но это если цена не идет. Если цена пойдет за предел проданного страйка, его надо хеджировать. Чтобы его хеджировать, надо условия. То есть нужен конкретный план хеджирования этого портфеля. Это мы будем также проходить. Сегодняшнее занятие, думаю, не поместится. Почему? Потому что... Почему это важно? Почему это объемная тема? Потому что если мы просто хеджируем на уровне любительском, то есть просто продали фьючер, все, у нас ничего не получится. То есть это история, которая должна быть управляемая. Ибо если мы продаем именно в этой точке, где у нас открытый риск, то вот это вот все расстояние между страйками у нас будет зафиксировано вот здесь, как максимальный убыток. А здесь окажется ноль. Ну, давайте попробуем. Возьмем фьючерс, продадим его на уровне 60 тысяч. Хресь. Ужу. А, у меня там два. У меня там два. Как вы понимаете, два там не просто так. Продам два. Хресь. Вот такая история. То есть вот это вот что такое? Откуда это вылезло, блин? Сразу нужно это понять. Это наше с вами расстояние между страйками. Ну и плюс то, что цена против нас прошла. Вот что это такое. По временной просели сразу, видите? Если цены дальше падают, то у нас, ну, в общем-то, норм. Что важно из этого? Открытый риск мы можем закрыть. Видим, можем закрыть. Можем закрыть. А еще важно из этого, что перестановка мест слагаемых может нам этот самый... Опять спред. Вертикальный. Очень консервативный. Очень консервативный. Заработаем 104 рубля, потеряем 8 тысяч. Ну, потому что 2 контракта. Так, 4 тысячи пунктов. Расстояние между страйками. Очень консервативный спред. 100 рублей ценой в 4 тысячи. Но опять спред. Опять вертикальный. Ты что-то хочешь? Из стредла только что спред настряпали. И здесь опять. Есть риск закрывается. Ладно, хорошо. Цена может стоять на месте. Нам на соевых бабах это только что прекрасно показали. Вон оно. Открыл, товарищ, риск реверсал. И нате вам. Никогда такого не было. И вот опять. Наверху. Ну чего ж там. Меняем слагаемые местами. Продаем те же самые два фьючерса, только по цене 64 тысячи. Обратно спред получился. Опять спред вертикальный, опять безубыточный. Но только в этот раз мы чего можем сделать? Мы можем вот эти путы, которые у нас там проданы, откупить дешевле. Допустим, по 1000. Хрязь такие, это 15 декабря, между прочим. Хрязь такие. Откупили 60-е путы по 1000. Две штуки по 1000. Откупили.
что получится? Правильно. Обратная синтетика. А, не тот срок выбрал. Конечно, не тот. Вот выбирал же 15 декабря. Чего он меня дурит? Минус 2. А может, не выбирал. О, по 1000 мы их такие откупили. Рейс. Опционный аналитик. Не каждый, но этот может учитывать купленное, проданное и засчитывать в прибыль. И будет у нас вот такая история. Почему я один продал? Два должен. Это один. Два продал. И фьючи продал. А, откупить надо. Откупить надо. Откупил. Вот такая история. Опять синтетика. Обратно. А потом те же самые. Ну, то есть смысл каков? Разберем на примере нашего товарища. Вот он сейчас посидит вот здесь, в своем, так сказать, логове. 1300, но у него развалится по временной стоимости. Так же, как и 1450. Развалится. Подешевеет. Сам пойдет наверх, вообще обнулится. Он его штрингс закроет. А здесь продаст фьючерсы. Получит синтетический пут. Цена опять пойдет вниз, обратно. Ложный пробой диапазона, что, никогда не видели? Обратно пойдет. Он обратно продаст тот же самый 1300 пут. И в таком случае он приподнимет свой профиль вот здесь. Чуть повыше, чем было в начале. В начале у нас было вот так. Видите, здесь 104. А сейчас мы ему включим обратно. Еще раз те же самые путы. Еще раз минус 2. Еще раз по 1500, сколько там они сейчас стоят. И профиль подрос. И безубыточность у него. Опять. 1040 вместо 100. И опять получился спред. Да что... Выгоните его из класса. Чего он все время спреды делает? Опять спред, опять безубыточно. То есть риск реверсал мы тоже можем превратить в безубыточный спред. И опять тот же самый недостаток. Захотим торговать фьючерсами. У нас фьючерс занят. Он занят, он уже в этом портфеле. Если у меня два разных портфеля. Выходы какие? Либо лепить синтетику, либо лепить встречный портфель риск реверсал. Встречный. Вот на этом слайде я вам говорил, что многое из того, что вы здесь видите, так или иначе лепится из вертикального спреда. Или потом в него превращается. На примере стредла и риск реверсал мы только что увидели, что да, потом в него превращается. Вот эти вещи, такие как бабочка или кондор, ну, лучше всего будет пример кондор. Кондор это что такое? Это два встречных спреда вертикальных. Два встречных вертикальных спреда. Если мы обратно все опять усредним, места слагаемые поменяем местами, то у нас получается, что вот здесь с добавлением фьючерса на верхней точке безубыточности все равно получается спред. Спред плюс спред кондор. А что если риск реверсал плюс риск реверсал? Плюс риск реверсал, но без фьючерса. Пробуем. Мы такие хрязь. Моделируем ситуацию, что у нас есть риск реверсал, который является безубыточным. Как ее смоделировать? Надо купить такой же риск реверсал. Такой же. Но страйками ниже. Но по этой же цене. То есть мы просто моделируем, что он подошел к точке безубыточности. Нам нужно 62,58. Вот и берем 58 пут. Хресь. И 62 кол. 62 это сейчас центральный страйк. Внимательно на этом моменте. Хресь. Пут соответственно проданный. Вот это выключаем.
потому что потом оно нам опять понадобится. Цены переписываем. Тут продали по 1582, а кол купили по 1530. То есть мы моделируем, что якобы при той же волатильности, но когда была цена ниже, мы купили риск реверса. Вот что мы сделали. Да? Вот он, штрингс подвинулся к точке безубыточности у нас. Что делаем? Встречный ему шьем, да и все. Такой же. Но в другую сторону. Сейчас делаем, как было, симметричный. 2000 пунктов в одну сторону, 2000 пунктов в другую сторону. Стало быть, пут покупаем 60-й. Хресь. Кол продаем 64-й. Вот он, симметричный, встречный риск реверсал. Уже по пропорциям можно догадаться. Два проданных, два купленных опциона. Ну, хоть как кондор получится. Точно. Взлетел паразит. Встречный риск реверсал. Получился кондор. Он имеет, кстати, убыточную зону, потому что мы точки безубыточности не дождались. Ну ладно, это не страшно. Главное механику понять. Плюсом мы еще не использовали настройки, о которых я вам уже говорил. То есть симметрия относительно центрального страйка – это вообще не обязательное требование. Вообще. Но везде на этом примере рассказывается. Об этом как бы не говорят напрямую, но других вариантов и не предлагается. То есть сразу, вот вам отложили одинаково, вот вам риск реверсал. А это вообще не так. Это и близко не так. Но мы берем вот предложенную классику в начале. Отлично. Мы закрыли портфель безубыточность. В чем разница от предыдущего случая? Чтобы понять, в чем разница от предыдущего случая, нам нужен вот этот вот товарищ, который у нас выключился. Сейчас мы его включим. Смотрите. Берем самый последний. Это тот, что мы делали с Treadle. У нас максимальная прибыль только с одной стороны. В случае, когда у нас получился спред вертикальный. Безубыточный, но вертикальный спред на выходе. А здесь у нас максимальная прибыль не только с одной стороны, а уже с двух. Более того, это максимальная прибыль. Во-первых, поддается регулировке ширина диапазона, за которыми находится эта максимальная прибыль. Во-вторых, вот это вот мы в действительности можем регулировать, где прибыль будет максимальнее. То есть можно одинаково оставить. Куда бы ни шла, везде максимально. Можно регулировать право по максимальнее, слева менее максимально. И это выгодно отличает ситуацию от того, что было с полученным безубыточным спредом. Теперь возвращаемся к тому, с чего начали. Вот это все убираем. Возвращаем риск реверсал. Построенный как в книжечке. Правда, нет такой книги, но ладно. Как в литературе. Симметрично относительно текущей цены. Кстати, даже у нашего товарища с соевыми бобами несимметрично. У него купленный ближе, проданный дальше. Он это настроил. Но у него еще и перекос есть по волатильности. Это мы сегодня не будем трогать, будет, ну, перебор. Уже будет непонятно тогда. То есть у него есть еще одно условие, о котором я вам пока не рассказал. Но у него не симметрично нифига. И во многих случаях, когда мы видим риск реверсал, который открывается на глобексе, отсутствие симметрии встречается чаще, чем ее наличие. Теперь вы можете за этим наблюдать и обращать внимание, где, как, когда и что это вообще функция. Это, оказывается, функция. Теперь
Давайте-ка их отранжируем. Вот этот риск реверсал, который мы с вами видим, это агрессивный риск реверсал. Мы можем относительно страйков прогуляться. Здесь у меня выбрано 63-59. Покупаем поближе, продаем подальше. Стратегия направленная строго наверх во всех случаях. Допустим, от уровня. Вместо того, чтобы войти фьючерсом, мы пытаемся использовать риск реверсал. Этот портфель можно захеджировать. То есть, вместо того, чтобы поставить стоп, вы можете взять риск реверсал. Ну, например, давайте вот так. Давайте вот так. А нет, давайте не так. Здесь у меня смешано. Давайте вот так. Сколько будем ставить стоп? За уровень. Возьмем самый ближайший уровень, который тут был. Вот он. Здесь четко. Здесь чуть за него сходили. Чуть за него сходили. 155 пунктов. 155 пунктов. Ну, пущай 200. 200. Нормально для рубля? Пойдет? 200. За уровень. То есть ситуация. Моделируем. Тренд. Триггерный уровень. Мы на него зашли. На этот триггерный уровень. Целимся. Ближайшая цель какая? Видимый? Всегда. Потом уже идут остальные там, триггеры. Новости какие-то. Опционный уровень. Сначала видимый всегда. Ближайшая цель. Все, целимся. Построили риск реверсал. Здесь продали пут, здесь купили кол. Что нам? И еще запас оставили. За уровнем должен стоять стоп. Ну, то есть... Или закрыть риск реверсал, или продать фьючерс. Вот и сделаем это. Рейс, вот это все убираем, что тут было. То есть понятно, да, что встречный риск реверсал может его превратить в контр, но нам это не надо. Мы не хотим получить контр на уровне. Мы здесь будем использовать именно фьючерс, именно хеджирование. Вот в этом случае, когда мы еще нифига не заработали, только зашли в рынок, надо хеджироваться. Минус 2 фьюча. Стало быть, на 150, ну давайте на 200 пунктов ниже текущей цены, 61.710 он показывает, значит 61.510. Вот наша операция. Грязь, отступились. Что получили? Спред получили. То есть цены падают. Мы там чуть зарабатываем. Что можно сделать со спредом? Всегда открыть встречный спред. Но если будет какой-то уровень пробит, цена дошла до видимого. Допустим, вот здесь. Прячь встречный спред. Ну, тогда у нас получится какое-то уже выгодное соотношение. Посмотрим на графике, надо ли оно нам. И уже будем как-то продолжать. Ну, в целом, спред получился. То есть, это даже не синтетический стрэдл, как при хеджировании голых опционов. А спред получится опять спред. Странно с этими спредами. Главное, везде про них стараются информацию как-то вскользь. А они опять... Понятно, да? Хеджируется это дело, превращается в спред при движении против нас. Получаем убыток больше, чем прибыль при движении в сторону нашего спреда. Но мы изначально до этого вверх стояли, у нас уровень пробит. То есть к этому надо относиться внимательно, когда уровень уже вот пробит, мы его хеджируем. От хеджа можно и отказаться потом. То есть можно потом от него и отказаться, можно к нему подключить программный компонент, например, в крупных портфелях это делается именно так, вручную продал фьючерс, сижу, теперь радуюсь спреду, ну, понятное дело, там такого нет. Подключается софт, и он хеджирует в определенном диапазоне определенное значение дельты. Все. Но я не просто так, как вы видите, моделирую здесь два контракта, потому что я могу и один продать. И тогда, ежели цена пробивает уровень и двигается медленно,
Было у вас такое когда-нибудь? Вот вы построили уровни. Один, второй. Она пошла, один пробила, второй пробила и застряла вот так вот. Штрингс и все. Было когда-нибудь такое? Вряд ли у вас когда такое было. Ну, разве что. Разве что. Буквально вчера на сырой нефти марки WTI. Ну, в общем, на всей этой неделе с понедельника. Разве что вот здесь. Мы пришли в уровни и все. И трындец. Один уровень, второй уровень, третий уровень и давай тут стоять. Вот риск реверсал, даже когда он захеджирован, это портфель, который получает вот это самое преимущество. Сейчас поймете какое. Если цена стоит на месте. Идем к преимуществу. Тему хеджирования, риск реверсал и закрытие рисков мы еще раз отдельно будем разбирать. Сегодня симбиоз двух портфелей. В чем смысл? Ежели мы вдруг застрянем, как в сырой нефти марки WTI, то у нас вот здесь, вот это временное, начнет вести себя вот таким образом. Мы начнем где-то там зарабатывать, когда хеджируем половину объема, не весь. Если хеджируем сразу весь, то все, у нас спред. Спред и спред. На спред всегда есть встречный спред. Это понятно. Если нет, надо будет пересмотреть. И, соответственно, писать вопросы под этим видео, к вебинару с вопросами. А то что-то вы немного их пишете. Ну, значит, все понятно. И вот только теперь мы можем переходить к ранжированию. Уходим от классики. Открытый риск, понятно, что закрывается. Понятно, что превращается в спред. Если мы хеджируем вообще все, весь объем. Если мы хеджируем не весь объем, у нас здесь вырастает вот такая горочка, а точка безубыточности съезжает. То есть она дальше, открытый риск. Он уже не вот здесь, а съезжает вот сюда, левее. При хеджировании на какую-то часть. Какая-то часть не обязательно, половина. Все зависит от вашей конкретной задачи. А теперь мы попробуем подвигаться. Во-первых, от симметрии. Во-вторых, от страйков ближе дальше. То есть теперь мы с вами попробуем выбрать не одинаковое расстояние между купленным и проданным страйком, как это предложено, а разное. Страйк, который покупаем, вот здесь мы приблизили, а страйк, который продаем, мы отдалили. А здесь сделали наоборот. Страйк, который продаем, мы приблизили, а страйк, который покупаем, оставили на месте. Смотрим портфель 3. Это примерно как с тем, что я показывал на соевых бобах. То есть на соевых бобах он вот такой. Он чуть-чуть парит над нулем. То есть если цена никуда не пойдет, так и останется в нешироком диапазоне, то у него временно будет потихонечку смещаться вот сюда. То есть цена стоит на месте, он зарабатывает. Пойдет в его сторону, он будет зарабатывать. То есть у вас цена легла на уровень, вы купили опцион, вы теряете. У вас цена легла на уровень, вы купили риск реверсал, а цена стоит на месте, вы зарабатываете. Вот это настройка. И это, в общем-то, настройка-то не шуточная. Тут 1000 пунктов, ну, 974 на момент экспирации. То есть, если цена просто простоит, пролежит, вот все, скисло, капец, все отменили, все, ничего не происходит в мире, все сидим, вяжем носки, все вообще, все по домам, на работу ходим, как обычно, ничего не происходит, все. 974 пунктов. Преимущество, если цена не пойдет. Хеджируем его полностью. И тот предыдущий хеджируем полностью. Здесь 61 страйк. Значит, продаем по цене 61. Где он у меня? Вот он у меня. Продаем ему фьюч по цене 61 ровно. На полный объем 100%. То есть две штуки. Могу наполовину, могу по-другому. И вот здесь. 60.
Сейчас мы с вами поймем разницу. И тогда сможем понять, кто из них агрессивнее. Резь захеджировали, сравниваем с другим. Видите разницу? Убираем. Ежели цена вдруг пошла в другую сторону, пробила уровень, то мы наблюдаем какую-то прибыль. Ну и убыль наша в данном случае, ну, она меньше, чем в том классическом случае. Ну и добавим сразу третий. Сразу третий. Так, а куда делся? А, вот он. Он у меня тут второй. Стало быть, что сделали? Отдалили тот, который продаем, приблизили тот, который покупаем. На росте больше заработал. Вот он. У него сразу что получается? Цена стоит на месте, мы все-таки теряем. Все-таки теряем, и это самое теряние наше будет продолжаться до 1276 пунктов. Это все вопрос выбора страйка. Бывает такое, что на рынке возникает перекос так называемой улыбки или ухмылки волатильности. То есть колы, например, стоят дороже, чем путы. И при равном расстоянии вас будет тянуть в минус. Чтобы из этого минуса уйти, вам надо понимать, как это настраивается, что, блин, надо расстояние между страйками-то поменять. Ну, не в минус же открываю. В данном случае мы специально подкрутили. Минус. Хорошо, хеджируем его. Но минус, опять же, здесь нельзя говорить минус. Это неправильно. Нельзя так смотреть ни на какой портфель, что а вот здесь минус, а там плюс, там круче. Это неправильно. Потому что рынок, особенно рынок опционов, и вы будете в этом убеждаться каждый раз, он справедлив. Если мы получили недостаток, он взамен этого недостатка где-то нам выдает преимущество. Если мы его не видим, значит, надо дальше изучать. Не бывает такого, что мы торгуем спред один к одному, и он хуже, чем спред один к двум. Нет, это преимущества и недостатки. Если он один к одному, а тот к один к двум, значит, тот, который один к одному, имеет большую вероятность. Это вы успели усвоить. Значит, и здесь что-то должно быть такое же. Это же как так можно? Один в минусе, а другой в плюсе. Сравнимых. Берем отсюда хедж, и все станет понятно. Во-первых, вопрос хеджирования стоит на разных уровнях. То есть или здесь мы должны на 61-м страйке уже принять решение о хеджировании. Или здесь, 59-й, через 2000 пунктов. То есть запас, внутри которого нам надо принять решение, гораздо больше. Получив больший запас, у нас портфель ушел в минус. Теперь оба захеджируем полностью. Потому что это два антипода друг другу, если не сравнивать их с классическим. Вот они друг другу противопоставлены. Здесь на 61-м хеджируется, здесь, соответственно, на 59-м. Минус 2 фьючерса на 59-м страйке. 59 тысяч продаем. Грязь. Вот этот, который хеджируется на 59-м страйке, во-первых, у нас получается уже сразу отрицательный результат, поэтому надо подкручивать. Где он? Давайте выше. 60 тысяч возьмем. Вот так. Че, я промахнулся куда-то? Почему он так уплыл? Он должен лечь был ровненько ведь. Ноль лишний. И как?
А, он учитывает в себе эту 1200 пунктов. Едите его, Мадрид. Вот здесь мы зафиксировали минус 1200 пунктов, которая у нас вот так лежала. Вот так вот лежала. А вот здесь мы прибавили еще расстояние между страйками. То есть этот спред у нас ушел полностью минус. Вот он сколько бы ни падало минус. И здесь сколько бы ни падало минус. Поэтому хеджировать все-таки надо будет раньше, чтобы учитывать, что он уже в минусе. Возьмем. Так, здесь 61, так и оставляем. А здесь, стало быть, убираем преимущественно 1000 пунктов. Остается всего 1000 пунктов преимущественно. И продаем его на 60 тысячах. Вот так. Все. И все равно, да? Максимальный убыток у него больше. Максимальный убыток у него больше. Прибыльность тут тоже будет меньше. Справедливо будет ополовинить хеджирование до минус 1. Здесь и здесь. То есть хеджировать не весь объем, а половину. И посмотреть, как будет в этом случае. В случае первого, который у нас изначально подлетал. То есть был прибыльным, если цена никуда не идет. Вот у нас точка безубыточности. Есть шапочка, внутри которой мы как бы в прибыли. У этой шапочки точки безубыточности находится на отметке 60. А вот он, страйк проданный, 61. Вот здесь шапочки нет. Убыльные и все тут. Хорошо. Но он больше заработает при движении наверх. У него все-таки вот здесь ближе. Вот эта вот история. 63. 600 у него ближе. И здесь, соответственно, он заработает быстрее. Итого. Мы их такие хрязь объединили. Консервативный, агрессивный, чрезвычайно агрессивный риск-реверс. Отличаются друг от друга точками, где их необходимо хеджировать, а также точками могут отличаться, где они уходят в безубыточность. Тот, который был минусовым, ему еще надо из минуса выйти. Те, которые минусовыми не были, им еще надо дойти до того страйка, который зайдет в деньги и будет генерировать прибыль на момент экспирации. Теперь мы такие, ага, риск реверсал. Ведет себя линейно по временной стоимости. Можно его подкручивать. То есть можно сделать риск реверсал, который будет что? Нас сейчас интересует на момент экспирации. Чуть лучше, чем фьючерс. Чуть-чуть. Вот в этой конкретной точке. Ага. Понятно. Сносим все. Сносим все. Возвращаем стрэдл. Какой он у нас? Вот он наш стрэдл. Тот, что в деньгах. И теперь применяем к нему модель управления, который вместо фьючерса встречного будем использовать риск реверса. Мы такие хрязь. 61 опцион продаем. 61 опцион проданный. Проданный пут. Помните риск профит? Он вот так вот будет генерировать убыль. Полностью идентичную вот этой прибыли. Полностью. То есть он нам вот эту ногу закроет сейчас. Хорошо, давайте. Но он и стоит. В общем-то, недешево. О, 61. Вот такие хрязь. Продали. Пут. Все, заговариваться стал. Ощущается пятница. Чувствуется, что кто-то сейчас приговаривает, поскорее бы он закончил. Ага, хрязь. Закрыли. Но закрыли не просто так, растущую ногу слева, а себе в прибыль. То есть там теперь 1900 пунктов.
Вот здесь ямка остается. То есть, если цены начнут возвращаться, ямка остается. Мы такие, ага, это же риск реверсал. Надо купить, значит, какой-то кол. Ну, давайте 62. Или 61.50. Сейчас попробуем и то. Рейс. Ага. Получилось. Получилось. Синтетика. Пойдет наверх, будем зарабатывать. Ну, по крайней мере, по временной стоимости точно. И теперь, смотрите. У нас купленный страйк был 64.50. Мы от него далеко, просто звездно далеко. Сейчас мы возьмем и выше него продадим. То есть опционы выше него сейчас стоят, ну, мягко говоря, не так уж и дорого. Мы такие, хресь. Прям 65-е колы. Продаем две штуки. Делаем ваши ставки, что у нас должно получиться. Да ладно. Два встречных спреда. Чем это отличается от управления при помощи фьючерса? При негативном исходе возвращаемся к франку, с которого начали. А какой исход надо считать негативным? Где у нас? Тот, который был только что у нас с вами. 4 из 7, больше половины. Вот этот исход имеется в виду. Когда мы купили стрейдл, а цены просто ушли. То есть мы взяли большой риск и наткнулись на максимальную безубыточность. Здесь то же самое, здесь то же самое. То есть раз за разом берем большой риск, цена может остаться на месте, и получаем минимальную безубыточность. Кому такое понравится? Никому. В данном случае, используя альтернативную версию своего управления, мы такие хрязь подкрутили, и у нас теперь прибыль стала максимальной. Ну, больше. Если мы и дальше падаем, и если мы и дальше растем. Вот это вот тоже можно подкрутить. Мы можем один опцион продать сейчас. Один опцион продать, когда будем расти подороже. А еще можем продать на другом страйке. Ну, давайте продадим на другом страйке. На 64-м. Почему? Потому что купленный кол у нас вот здесь, он куплен раньше, чем кол, который в самом стрейдле. Мы такие, хрязь. Оп. Опять подкрутили. То есть против нас теперь может идти. Вон оно как, с максимальной прибылью. То есть мы взяли свой стрейдл. Ну вот у нас вот такая вот, вот история будет. То есть понятно, что все, да, что-то произошло такое, но ну, не идем, да, обратно. Нет, тренд продолжился. У тренда тоже бывают видимые уровни. Вот он идет, тренд. Хрязь, хрязь, хрязь. Нам на видимых уровнях надо брать стрейдл. И надо как-то подкрутить, чтобы вот туда была максимальная прибыль. Ну или вот туда, в зависимости от того, куда идет. Ага, подкручивается. Видите? Он и так в его сторону уже прошел. А мы ему еще накрутили, чтобы туда дальше по тренду было прибыль. Или дождались. И продали вот этот кол 65-й позже. Продали его позже, когда цена выросла по 1000. Такое часто бывает, если убедились, что цена вырастет. Смотрите, в чем фишка. Только что я подкрутил страйками, и у меня с одной стороны прибыль увеличилась, с другой нет. А здесь я продал опционы позже. То есть вот первое я продал как есть, по 441. Допустим, я крутой аналитик. И каким-то образом, загадочным, я выяснил, что цена пойдет наверх. Ну вот выяснил. Мог? Давайте так разберемся, мог или нет. Мог. Иногда бывает у меня, прям как найдет на меня, я как выясню, куда цена пойдет. Получается. Допустим, мог. Подождал и продал попозже эти самые колы. В случае управления спредом картина сильно не поменяется. А здесь
Смотрите, я их продаю по 1000, оба. Запомнили было сколько там? 1500. И этот по 1000. Он у меня вырос? Везде. Он у меня вырос слева. Он у меня вырос справа. Он у меня вырос в серединке. Он вообще везде вырос. Потому что мы имеем халявное покрытие, которое еще на момент экспирации там прибавит нам не лишних 900 пунктов. Ну как халявное? Бесплатно. Оно не халявное. Оно просто так не достанется, потому что это же надо было еще прийти, посмотреть седьмое занятие. Потратить 2 часа. Ну, немного мы продвинулись. Давайте делать заключение на сегодняшний день. Вернемся к нашей презентации. Сегодня мы с вами вспомнили, что портфель учитывает в себе ряд характеристик. Эти характеристики напрямую относятся к рынку. Рынок предлагает варианты, которые мы хотим торговать в зависимости от ситуации. Хотим торговать мы, конечно же, всегда быстро и наверх, но можно торговать. Быстро наверх, медленно наверх, флэт, медленно вниз, быстро вниз. Ситуации бывают разные. Хотеть что-то мы торговать не можем. Условия возникают или не возникают. Сегодня работали на примере видимого уровня. Это не единственное, что может возникать. Справочно мы с вами узнали, как называются портфели, разобрали только два. Разобрали стрэдл, разобрали, познакомились, начали знакомиться с портфелем риск реверсал. Выяснили интересную деталь. И благодаря этому дошли до конца. Выяснили, что риск реверсал можно строить несимметрично. Ну, не обязательно одинаково отступать от страйков. Так не делают. Посмотрите отчеты. Почему-то делают всегда по-разному, в зависимости от конкретной задачи. Они не такие сложные, эти задачи. Это просто звучит так. В зависимости от задачи. Да нет. Мы или уровень торгуем, или пробой мы торгуем. Ну, что-то мы торгуем, да, от этого отталкиваться. Или диапазон пробило. Или, ну, вещи-то обычно несложные, понятные и доступные всем. Ну, будем говорить, в зависимости от конкретной задачи. Это дело можно подкручивать. Не обязательно придерживаться классической точки зрения. То же самое вдруг выяснится при изучении других портфелей, которые мы сегодня не изучили. При изучении бабочки, при изучении кондора, при изучении чайки, при изучении ледера, при изучении ratio spread выяснится, что пропорция, расстояние между страйками и их соотношение, это очень сильно отодвигает нас от классики и дает огромную массу настроек. Просто невероятно. Мы с вами познакомились с портфелем Straddle, узнали недостатки. Какой недостаток? 4 из 7 стрэдлов на моем примере. Цена дошла до точки безубыточности и пошла дальше. То есть, если мы управляем этим самым стрэдлом при помощи фьючерса, открываем встречную позицию, продаем опционы, то остаемся мы с безубыточностью. Эта безубыточность будет всегда меньше, чем начальное вложение. То есть, мы будем торговать 1 к 0,3 при больших затратах. Сами понимаете, затея так себе. С одной стороны, да. Мы увидели, что они там все зашли в деньги. Все стрэдлы зашли в деньги от видимого уровня. Все. С одной стороны, ну, это считайте, что доступные деньги. Но с другой стороны, зачем не улучшать, если можно улучшить? Можно улучшить. Не обязательно управлять именно фьючерсом. Можно взять что-то лучше фьючерса. То есть риск реверсал, он умеет быть лучше фьючерса. Вот его особенность. Он настраивается. Его можно регулировать. Его можно в минус построить, можно в плюс построить, можно симметрично, можно нет. Я на уровне имею полное право его делать несимметрично. У меня там пробой 200 пунктов. Чё мне? Взял, построил его несимметрично. Почему мне в книжке об этом не рассказали? Что за безобразие? Никуда такое не годится. Все приходится выяснять из отчета. И вот мы узнали. Ага, настраивается. Можно регулировать, можно подкрутить в свою сторону пунктов на момент экспирации, например. Более того, риск реверсал, если мы при его помощи заходим в рынок от уровня и цена никуда не идет, что часто бывает, он умеет в это время зарабатывать деньги или терять.
Если мы не знаем, как его правильно строить. Если мы не знаем, как его правильно строить и всегда делаем симметрично, может так получиться, что ухмылка волатильности будет не в нашу пользу. Колы дороже путов или наоборот. Тогда он будет у нас отрицательный. И там, где портфель правильно построенный, может зарабатывать деньги, потому что цена стоит, мы будем стоять и терять. Чего допускать, конечно же, нельзя. Поэтому, изучая риск реверсал, первое, что мы должны сделать, это разобраться с его настройками, с которыми мы предварительно познакомились. Вы можете с аналитиком во время, пока ждете следующего занятия, поиграться. Попробовать и так, и по-другому, и у вас обязательно получится. Будут возникать вопросы, будете их писать в комментариях к этому видео. Еще деталь, которая очень важная, и она везде всплывает. Очень много примеров, где мы все это путем управления, что риск реверсал, что стрэдл, два портфеля мы сегодня прошли, оба в конечном итоге превращаются в вертикальный спред. Ты ж как так-то, а? Опять он. Вертикальный спред, которому уделяется меньше всего внимания вообще везде, где вы можете изучать опционы. По итогу мы везде в него превращаемся. Как-то так. Но можно превращаться и не в него, потому что на любой спред есть встречный спред, а спред и встречный спред – это уже кондор. И вот мы и будем проходить на следующем занятии и продолжим разбирать риск реверсал, потому что это примерно чуть-чуть от того, что вы можете узнать от того, о том, что же такое риск реверсал. Но сразу много оно обычно не влезает в одну трансляцию. На следующей неделе занятие не состоится. Вот времени прям сильно не будет. На после следующей недели занятие состоится. Но у вас будет больше времени, чтобы написать вопросы мне. Теперь я почитаю вопросы из чата, отвечу на них и будем расходиться. Вопрос. Скажите, 19 октября на евро был куплен медвежий спред. Колы 1.03 на страйке. Куплены на страйке 1 ровно проданы. Чем тут медвежий спред? Лучше бычьего. Да, это вопрос дисконта. Если собрали на колах, то же самое, что точно такой же спред на путах. То же самое. Просто кто-то кому-то уступил взамен на, может быть, другую уступку. Это все-таки, это какой контракт? Декабрь? Не, это, ну, это просто вопрос дисконта. Был дисконт на стройках, на страйках, поэтому его и открыли таким образом. Какой период продаем? В вашем примере кол выше купленного страйка. Ежели мы не закладываем никакой анализ, то что делаем, то сразу. Сразу, как только продали фьючерс. Потому что так в нем поместится больше всего времени. Если какой-то у нас анализ есть, то на отскоке можно. Цена отскочила и на отскоке. Вот. Но лучше перед тем, как мы это делаем, пойти, выйти из комнаты одному, куда-то, где никто не слышит. Один, сам с собой, вот чтобы никто не видел и не слышал. И спросить у себя. Ты точно уверен в прогнозе? Если ваш собеседник засомневается, сразу продавайте. Сразу. Можно продать кол с экспирацией поближе? Можно, но возникнет нюанс. Здесь ваш брокер может не увидеть покрытие другими опционами. То есть будет считать вам повышенное гарантийное обеспечение. Не все брокеры умеют правильно считать опционы. Это надо учитывать. Может так получиться, что вы продадите, а вам ГО влепят огромное, ну не огромное, а повысят на стоимость продажи этих самых опционов. И вам просто не хватит денег потом что-то еще открыть. Это учитывайте. То есть брокер, в случае, если мы продаем другие серии, даже на этот же фьючерс, может все неправильно посчитать.
Никогда не видел разбора риск реверсал, тем более фундаментального практического. Ну, когда-то это должно было произойти. Какие брокеры умеют правильно рассчитывать опционы? Открытие и ITI. Как он? IT Invest называется. Ну, вы поняли, да? IT Invest, по-моему, называется. Сейчас забыл. Прогрессивная довольно компания. IT Invest. По-моему, так. Да, IT Invest он называется. У них, в общем-то, и софт они предлагали одно время разнообразный. Сейчас, может быть, не знаю. Ну и в целом подход нормальный есть, адекватный к расчету рисков. С остальными могут быть нюансы. Но опять же, открытие. Санкции, блин. Нормальный был брокер. Нет, крест, жух, опять. Что ж такое-то? Среди западных брокеров Philip Capital самый такой адекват, который прям все считает отлично. Interactive Broker с косяками, прям с косяками. Я поэтому оттуда свалил. Но есть и другие, но там сейчас не везде получится с российской юрисдикцией открыть. Все, все. Больше вопросов нет. Ну, в таком случае можем заканчивать. Попробуйте как-то эту информацию, может быть, еще раз посмотреть. Может быть, записать, как-то законспектировать, потому что важно ее усвоить, она вам обязательно пригодится. Затем мы разберем, как торговать только риск реверсу, только в конкретных ситуациях. Не в симбиозе, как сейчас. Сейчас мы выяснили недостатки и выяснили, что, блин, слагаемые все равно приводят нас к спреду, что бы мы ни делали. А если немножко вмешаться, то можно и в кондор. А если еще вмешаться, то можно в свою сторону поворачивать. Затем разберем, как именно при помощи рисковерса заходить на уровнях, заходить в пробой, заходить в отскок. Куда вообще заходить, как эти ситуации выглядят, где их найти в проинсайдере и так далее. Будем оставаться на связи. Будьте здоровы. Пока-пока.